В межрегиональном финальном этапе приняли участие футбольные команды из 13 субъектов Южного и Северокавказского федеральных округов. В честь нашего края представлял футбольный клуб из Краснодара. У нас команда представлена, которая в своей возрастной группе лидирует в чемпионате Краснодарского края, поэтому она по спортивному принципу отобрана на эти соревнования. Я думаю, что будет достойно выступить. По крайней мере, мы надеемся, что она будет играть за первое место. Наша команда разминается, а после капитан команды делится с нами. Футбол для него – главный вид спорта. Футбол – это жизнь. Ошибаться тут нельзя. Надо очень быстро мыслить. Если ты ошибишься, контратака – гол. Соревнования продлятся в течение всей недели. По окончанию выберут две лучшие команды, которые получат путевки на чемпионат России.